Готовлю быстрые малосольные овощи. Все овощи режу довольно крупно на весу без досочки. Беру 7 средних огурчиков, убираю у них пяточки и режу на 8 частей. Посуда должна быть с плотно закрывающейся крышкой и желательно, чтобы овощи там лежали свободно. 5 небольших плотных помидоров, в моем случае сливки, режу на 4 части, удаляю плодоножку. Укроп тоже нарезаю достаточно крупно. У меня 3 зубчика молодого, не очень едкого, но очень ароматного чеснока. Его тоже нарезаю довольно крупными пластинками. На это количество овощей добавляю чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Контейнер закрываю крышкой и хорошенько встряхиваю. Именно поэтому беру плотные незрелые помидоры, чтобы они не превратились в кашу. Через 15 минут и пару дополнительных встряхиваний овощи готовы. Они пустили сок и взяли в себя немного сахара и соли. Закуска получается яркой, вкусной и очень ароматной.